Так, дамы и господа, хочу вам сегодня показать очень красивую монету из моей коллекции. Она памятная, юбилейная, посвящена началу, столетию начала Первой мировой войны. В 1914 году, как мы знаем, началась Первая мировая война и закончилась в 1918 году. Монета Банка Великобритании вышла на 2014 году, столетию начала. Вот, очень красивая монета, в красивом исполнении, в красивом буклете. Моя любимая тема – корабли. На буклете тоже изображены, видать, фрагмент боя морского. На монете тоже корабли, внизу, как мы видим, вот. На монете изображена еще Британия, щитом на щите британский флаг, трезубец в шлеме со львом, лев, очень красивая тематика и лев. И корабли очень круто. Так, значит, 2014 года выпуска монета 20 фунтов стерлингов. Великобритания, United Kingdom, Fine Silver Coin, чистое серебро, 3 девятки. Так, на обратной стороне у нас королева Великобритании Елизавета II, 20 фунтов. 20 фунтов стерлингов. Вот. Здесь у нас характеристика. 20 фунтов стерлингов. United Kingdom. Диаметр 27 миллиметров. Вес около 16 грамм. 3 девятки чистое серебро. Дизайнеры. Рейнг Бродли. Джон Бергфаль. Вот. Или Бергдаль. Вот. Здесь написано о войне, что это 20 фунтов. Это написано здесь, что большая коллекция, что это первая монета из этой большой коллекции. Я, к сожалению, больше не встречал монет из этой серии. И вообще я видел один раз, первый и последний раз эту монету на аукционе. Сразу же ее купил лет... года 4 назад, я не помню, сколько я заплатил за нее. Вот. Ну, 20 фунтов, 3 девятки, 16 грамм, думаю, она не дешевая. Тут, кстати, есть сайт, адрес www.royalmint.com. Вы можете зайти на этот сайт и посмотреть, какие у них там монеты. Можно у них, наверное, и купить, приобрести. Так. Так, цифровой штрих-код 5.0. У каждой страны свой цифровой штрих-код 5.0. Это у нас Великобритания. Вот. Такая довольно интересная монета. Я один раз только видел такую монету. Больше я нигде не встречал ее. Скажу честно, думаю, что маленький тираж. Обычно первые монеты из серии они всегда дороже бывают, и тиражи обычно меньше бывают, чем у других. Вот такой красивый буклет. Очень красивая монета. Вот. Вот. Королевский монетный двор. Здесь у нас герб Великобритании, и тут гербы Шотландии, Ирландии, Англии и Уэльса. Такую монету хотел вам показать. Спасибо за просмотр.